Марии Янчуркиной всего 7 лет. Она самая юная участница турнира. Шахматами занимается всего лишь 4 месяца. Но за это время освоила не только азы древней игры, но и научилась бороться на равных. Мне нравятся шахматы тем, что там интересные фигуры. Партии очень долго затягиваются. В них очень интересно играть, потому что бывают разные ходы, и нужно продумывать каждые ходы. Турнир проходил в формате быстрых шахмат. На каждую партию всего по 15 минут. Принять участие в соревнованиях мог любой желающий. Более половины участников – это школьники. Впрочем, сразиться решили и опытные игроки. То есть, если турниры бесплатные, то всегда это очень хорошо. Ну, как бы в любом случае это будет набирать популярность. А за счет чемпионата мира по шахматам, который сейчас проходит, и что Сергей Корякин, представитель России, сейчас выступает, поэтому шахматы набирают большой оборот. Призеры получили памятные медали, а победитель – коллекционные шахматы. И, как обещают организаторы, подобные турниры в городском парке станут традиционными. Владислав Момот, Екатерина Андреева и Артем Удников для РТВ.